Привет, с вами Белякова Алла, питомник растений Лейно, ставлю на укоренение. Вот сколько уже настригла и уже почти, в принципе, все поставила. И последний, думаю, куда поставить? Вот сюда вот с краешку. Так, палочка обычно, потому что я уже утрамбовала их. То есть вот так делаем отверстие, дырочку. И вот так вот вставляем, заглубляем. Не видно, наверное, ничего. И притаптываем. Вот. Вот так вот при всей вокруг них. То есть надо, чтобы земелька была плотная. Ну и все. И дальше потом опрыскиваю. И ставлю под лампой или на подоконник. А накрываю. И каждый день открываю, закрываю в течение месяца. Будет укореняться. И буду смотреть, как и что.